друзья, всем привет. Сегодня, короче, сегодня день варенья у меня, и мы выехали отдохнуть с Катей вдвоем на город поехали. Пришли, машину там оставили, и пришли вот сюда, в парк Горького, погулять. Сходим, может, какое-то кафе. Мы, ну, вы многие все, не многие, и все знают, что мы не пьем. И это, и мы решили вдвоем поехать просто погулять, отдохнуть. Я не знаю, я думаю, на чем мне прокатуться, потому что страшновато. Люди вон ездят, катаются, вон только что этот дядька ехал аккуратно, уже он полетел. И я сейчас сижу, настраиваюсь. Дорога тяжелая была, там пробка, застряли. Короче, ехали. И потом 3 километра ехали час целый. А у меня ж машина такая, у меня ж нога разболелась, друзья. Ну, в сарае, я думаю, сегодня ничего показывать не буду. Поросят вчера продали. Одного только оставили, потому что люди говорили, 6 возьмут. Но мы и хотели 4 себе оставлять. Он говорил, что 6 заберет, но у него не хватило денег. Не 6, а 4. Или сколько он хотел? А, он хотел 6, а я ему сказал, 6 нет, 5. И он забрал только 4, потому что не хватило у него денег. О, а то я такой могу запутать. А с собачкой можно, да, получается? А мы посмотрели, нам сказали нельзя, и мы баксика не взяли. А так бы мы могли взять... А? Нельзя, мы собачку оставили, он там грустный, плакать будет. А что, ну что она наделает? Если бы сходил в туалет, убрал бы кулечек, да и все, правильный. Он у меня еще поднимает на детской площадке, я ему все время на детской площадке. Видите, друзья, а мы не взяли баксика, он такой расстроенный был, ну... Я сегодня с ним погулял, и этот, о, заходят. Сейчас мы посмотрим, как оно на самом деле, страшно или нет, если что, я тоже прокатнулся. Ну, друзья, и там спрашивали, почему вы нигде не отдыхаете. Вот, мы вырвались, мы не сильно там такие прям отдыхолюбивые. Мне нравится, целый день я могу в сарае проходить, вот я пойду умоюсь, и нормально. Поэтому, но что обязательно будет, друзья, обязательно я хочу прокатнуться на чертовом колесе. Поэтому, вот, смотри, поехал, брат катался. Но я на этой штуке, конечно, побоюсь, друзья. Да. Ну, оно, в принципе, не страшно, ну. Все-таки 35 годиков уже не хочется. Опа, вот еще, друзья. О, гляньте, как полетел. Вот эта вот штука. Ух ты, блин, и вон раскрутилась какая-то штука, как самолет. Ух ты, елки-палки. Ой-ой-ой-ой-ой, страшно как со стороны. Ну, друзья, я думаю, на чем-нибудь сейчас покатаемся. Ух ты. Угу. А, оно просто качается, да, получается, или нет? Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет, тут я не хочу. Друзья, тут я точно не буду. Ой-ой-ой. Ух ты, елки-палки. Ой-ой-ой, друзья, как страшно. Я точно здесь не буду кататься. Я не хочу.
Максимально моя карусель — это чертовое колесо. И то здесь сильно высокое. Я бы поменьше чуть-чуть. Ой-ой-ой, гляньте, он уже развернулся. В другую сторону полетел. Ух ты. Все, друзья, короче, пока мы будем думать, а дальше вам, если что, все покажу. Друзья, вон Катя, поздороваться. Автодром здесь. Короче, хотел я, уже настроился, прыгнуть хотел на вот этой резинке. Ну, рогатка или как. Они говорят, надо мясо меньше есть. Короче, не пустили меня, там... На двоих 150 килограмм и до 90, а я 96 важился. Вчера, да, я важился? 96 килограмм. Да. Так что, друзья, сейчас пойдем на этой ерунде круглой. На колесо обозрения, ну или как я его называю, чертово колесо. Я знаю с детства чертово колесо. Погнали. Друзья, купили билеты на колесо. Сейчас поедем на колесе покатаемся. Посмотрим на Харьков с высоты. Осторожно, детвора. Друзья, залезли в будку. Здесь эхо, конечно. Ух ты, блин, он летает. На вот той веревке, может, я еще прокатнулся, друзья. Видно вам? Да, да, видно. Сейчас полетим наверх. Тут, конечно, она болтается страшновато, но я думаю, будет все нормально. Ой. Друзья, вроде кажется, колесо обозрения, но... Ух ты, блин, что-то еще хрустнуло. Страшно. Катя держится за трубу. Кто-то стройка идет. А как они там вообще на кране работают, друзья? Представляете? Гляньте. Конечно, да. Так это мы еще наполовину не поднялись даже. Ух ты, класс. Ну, я думаю, ничего страшного. Оно тут все нормально держится. Его же инженера тут придумали. Нормальный, я надеюсь. Да, высоко, хорошо. Парк, конечно, друзья... Тут там в Харькове, вон, гляньте, лес. Ну, его вырубают. Я думаю, лет через 20-30 туда будут одни вот такие деревья. Многоэтажные. Потому что людям все равно, лишь бы деньги. Так, все, ровно половина. Еще столько же, друзья, лететь. Страшновато. Конечно, немножко, но ничего. Очень страшно. Да. Жалко только за Баксика мы думаем, потому что он будет скучать, плакать, наверное, будет, как обычно. Но оказывается, его можно было сюда взять. Маленькую, то больших собак нельзя, а маленького можно было взять. Если что, мы бы его на руки взяли. То есть, он бы с нами поехал бы, погулял. Ну, не взяли, значит, не получилось. Не повезло, не фартануло, как говорится. Блин, страшновато, оно выше и выше все, гляньте. Ух ты, елки-палки. Вон люди маленькие ходят. А ну, не, все, я не буду. Друзья, хотел показать, не хочу шевелиться. Не хочу шевелиться, страшновато. Так что, давайте уже проедем круг. Сейчас еще выше поднимемся и включимся. Друзья, хоть и кажется, да, там что там колесо, ух ты, блин, оно еще шатается тут что-то. Ненадежное какое-то. А он там еще и с детворой, я не знаю. Конечно, летать мне не нравится. Но все равно, ну, в принципе, красивого ничего нету. Одни дома, друзья. Так просто... Адреналинчика, да, вон стадиончик. Гляньте, он выше нас сидит, этот крановщик.
Ёлки-палки, все, мы на самом друзья, мы на самой высоте. А нет, еще поднимаемся, мы еще поднимаемся. Ёлки-палки, 55 метров, вроде кажется, да, немного, если пойти, пройтись по земле. А на самом деле... А, это мы еще не... Нет, еще поднимаемся, друзья. Я не знаю, сколько... Не, на той карусели я, наверное, не буду кататься. Это что? И хорошо, что, как сказать, на вот этой рогатке нельзя мне, потому что я сейчас понимаю, что лучше не надо. Все, мы опускаемся, слава богу. Опускаемся вниз потихонечку. Да, высота, конечно, страшновата. Ну, хоть и в голове все равно понимаешь, что... Как сказать? Что все будет нормально, по идее. Вот это, если бы оно еще не хрустело, что-то хрустит кто-то. Видать, подшипники надо помазать. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, по идее, металлоконструкция такая, колесо обыкновенное, только большое. Все, мы опускаемся. Отлично. Друзья, ну, честно я вам скажу, я не думал, что так страшно. Там наверху. Может кому-то и не страшно, но нам с Катей было страшно. Друзья, ну, как вам сказать, отдых вроде бы и хорошо, но он тоже выматывает. А еще, я не знаю, конечно, здесь нет таких магазинчиков. Гляньте, Фанта 25 гривен. Я такой жадный насчет этого. И, блин, ну 25 гривен, елки-палки. Полторушка вот такая стоит в маркете, 18, елки-палки. Я им говорю, ну хоть бы чуть-чуть, ну ладно, я согласен, ну не в 2,5 раза. Думаю я насчет этого. Наверное, вот это мы максимально, что покатаемся, это чертовое колесо или колесо обозрения. Потому что хватило нам вот этого адреналина вот так вот. Катя тоже. Я говорю, давай и на этой прокатнемся, качели, что это непонятное. Она говорит, не, мне хватит. Я думаю, да и мне хватит. Сейчас пройдемся, просто походим, погуляем. Друзья, хоть сам не буду кататься, хоть вам покажу. Она, видите, наверх поднимается. Но я побоялся бы, потому что она просто, как сказать, просто заходят, сами пристегиваются. Блин, хоть бы никто не оторвался. Гляньте, что творится. Не, я не хочу. Ух ты, блин, глянь. Не, точно нет. Точно нет, 100%. Я не готов. Мы когда-то были с Катей здесь. Ну, по молодости. Ну, мы-то и сейчас не старые. Я имею в виду, годов 7 назад, наверное, да, мы были последний раз. Но мы были на площади, там в зоопарк ходили, и я катался на какой-то вот такой штуке. И вот это мне хватило, и сейчас я думаю, что мне вот этого колеса обозрения тоже хватит лет на 7 минимум. А это точно я не хочу. Потому что там вот такие тоненькие цепочки, и я почти 100 килограмм. Точно не буду я кататься, друзья. Друзья, были здесь, в этом, дом жахов или дом ужасов. Ну, такое оно, да. Ну, самое страшное, ну как, не страшно, а голова, оно, как сказать, визуально кажется. Сам пол стоит, но кажется, что все крутится. И плитка такая тоже была интересна. Короче, нормально. Походили, прошлись. Ну, не так, что прям вау. Позитивно. Да, нормально, пойдет. И меня брызгали. Катя вся мокрая, там водой пшикали. Я думаю, а я ей говорю, хорошо, хоть, чтобы никто не набрал, вот так не пшикал. Все, пошли дальше, да? Друзья, дела, да. Все, понравилось пострелять, вот это мне.
А мне бедро, не с этого. Уже я пристрелялся, вообще я сейчас буду попадать. Тут 23 выстрела, а сейчас все практически попаду. Ну я так хочу. Так, на 50 рублей. Все можно. Так, все можно. Чик. Вот это мне нравится. Так. А ну-ка. Раз. Только я самые большие стреляю. Чуть-чуть. Все подряд стреляем. А, что такое, не понял. Я попал, уже два раза по нему попал. А я его примотал. Да? Я два раза уже попал. Он тяжелый, вы еще в него в уголочек попадете и упадет. Все, упал. Четвертого раза. Блин, глаза, чтобы не отлетело. Не, это я не хочу, что-то они не слетают. Ну а так все подряд шуруют. А, рука дрогнула, друзья. Так. Друзья, быстро пульки заканчиваются. Но вот это мне понравилось. Это по мне аттракционы. 35 годиков. Ну или что, сейчас еще что-нибудь найдем, друзья. Погнали. Друзья, короче, после тира у меня так настроение хорошо поднялось. И мы решили с Катей на американских вот этих горках прокатнуться. Попробуем, что оно такое. Я думаю, что нам понравится. Сейчас узнаем, можно туда с телефоном поснимать или нет. Я бы хотел. Друзья, эти руки дрожат. Короче, покатались мы на горках, на вот этих. Первый, последний раз. Ну, в баню. Она еще там, блин, дернулась. Я вообще чуть штаны не сходил. Что-то она ненадежная. Ну, в баню, друзья, честно. Ну, вообще классно. Такое настроение хорошее стало. Фух. Я даже не знаю, что сказать. Ну, круто. Очень фух. Страшно. Фух. Фух, села. Ну вот это уже на сегодня последнее. Сейчас уже туда-сюда и будем уезжать домой. Ну пойдем еще пройдемся, погуляем. И будем ехать домой, друзья. Так, а где? Я пошла в сторону колеса. Фух, ну я не думал. Вроде кажется со стороны. Там, ну что там, ничего страшного, не страшно. А на самом деле, друзья, очень-очень страшно. Вот там вот где-то она... дернулась вот так. Вообще. Я думал, сейчас оторвется. Такие, блин, нагрузки. Вообще. Ну круто, друзья. Я именно. Ну, не зря. Я не хотел ехать, мне Катя говорит, поехали, хоть съездим один раз. А то мы что, обычно шашлыки пожарили там, поели, попили и спать ложимся. А сейчас вот так вот хоть погуляем. Так что такие дела. Мы никого, друзья, не приглашали, потому что, ну, мы такие, мы сами по себе. Нам вдвоем хорошо. Так что, друзья, а такие вот дела. Друзья, и шли с Катей, хотели на самокатах покататься, ну, на вот этих электрических.
и увидели вот эту вот дорожку кабинки. На ней мы лучше решили прокатнуться. Посмотрим. Она получается, кружочек сейчас сделаем. Вот это будет самое лучшее. И будем... О, глянь, она едет. Черт знает куда. Покажись. Друзья, гляньте. Брат катался, приезжал, катался на этой ерунде. И мы сейчас пойдем кататься. А где касса? Сейчас, друзья, найдем кассу. Ага, вот касса. Все, и там уже включимся. Давай. Погнали. А он сюда приедет, да? Ну, мы на уровне колеса практически, Зань. Ты видишь? Мы на уровне колеса практически, друзья. Казалось, что дорожка это... Ну, прикольно. Ой-ой-ой. Страшно, конечно, очень. Ой-ой-ой-ой-ой. Вон еще пассажиры. Да, лес такой густой. Классно, конечно, друзья. Я, если честно, я рад, друзья. Ух ты, блин, он динозавры там. А? Шо? Аккуратно. Да нет, Зай, ты что, я держу, вон динозавр, видите какой? А, ух ты, блин, они живые. Друзья, блин, я боюсь отсюда вам бросаться рукой, потому что еще, не дай бог, телефон упущу. Они как живые он сделали. Назад, наверное, мы пешком просто пройдем, да и все. И посмотрим. Вон еще вон архаровцы катаются на коньках тут. Короче, еще есть что посмотреть. Еще пару часиков погуляем, друзья. Вот так и отдыхаем. Редко, но метко. Я думаю, нам это запомнится один на один год. Особенно это американская горка. Ой, больше я, наверное, не ногой туда. Катя вообще у руки вот так именно страшно. Ух ты, блин, глянь, большие такие, живые. Ух ты, блин, глянь, какой большой. Будем идти назад, зайдем сюда. Все, друзья, покажем. Ух ты, блин, глянь. Друзья, это вам не козы, не поросята. Такие зверюги. Прикольненько. Для детворы тут, конечно, вообще хорошо. Кричат. Это детвора. А он большой, знаете, какой. Пойдем поближе. Представьте, друзья, раньше такие действительно существовали. И идешь такой, идешь по лесу, класс, выбегает вот эта зверюга, представляете? Пятитонная. Гляньте какой. Ух ты. Ничего себе. Вот это прикольно придумали, ребята. Гляньте, какой вообще. Этот вообще наступит и глазом не моргнет. Гляньте, какой. Вот это да. Ого. Ничего себе. Яйца, гляньте, какие. Да. Гляньте, какие. А ну, Зай, пошли в этот. А ну, давай сбоку глянем. А, вот, тут про него даже... А, это про этого написано. Про вот этого. Нонотиранус. Ох и название. Должина 5,2. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот такой, гляньте.
А это, конечно, гляньте, как они его слепили. Это действительно настоящие такие, если были. Друзья, я представляю, гляньте, машина. Вот это да, да, Заюнь? А представь настоящего увидеть. Я бы, конечно, ну как, я имею в виду настоящего, не то, что понятно, я понимаю, что их не существует. Я имею в виду, вот это же нашли, это же понятно, что они резиновые. А представьте, вот этот, как его, музей, где... Ух ты, какой слой! Ох, рачи! Вот это, друзья, как сказать, где музей, где кости настоящие, скелет. А? Скелеты, скелет. Да. Ух, рычишь. Ты же травоядный, что ты рычишь? Ого, довжина 25 метров, а, это вот про него, а это его детеныш, или что? Да, детенча. Детенча. Брахиозавр. Брахиозавр. Вот это да, друзья. А тот его защищает, походу. А этот кипиша навел туда. А, вот, потому что вот эти мелкие. Классно. Сейчас, сейчас, зайка, я всех попробую показать. Но их тут, друзья, очень много. Даже вот такой, я представляю. Гляньте, в нем килограмм 200, наверное, в таком живом был бы. Сколько вес в нем был? Не пишу здесь. Гляньте, как разорался. Узнали в 72-м году. В 72-м году нашли. Чи 71-м нашли вот такого. А, вон датчики стоят, вот датчик увидел, он клац, ага, и начинает шевелиться и рычать сразу. Ну, друзья, тут, конечно, классно, а детворе вообще. Ух ты, гляньте. Ух, и орёт. Подходишь, и он вылазит. Да, он же ж датчики, знаете. Вот же, опа, сейчас вот этого. О, гляньте какой. И придумал же что-то же, друзья. Ну пойдемте еще, гляньте какой большой. Заюнь, тебе нравится? Очень. Гляньте, какие зверюги. Как настоящий. Ночью, если проходить, кажется, что настоящий. Это вам не поросята. Такие бы съели и глазом не моргнули. Ух ты, гляньте какой. Ух, вон, смотри. Да, да, сейчас. Гляньте какой большой. Я представляю, он. Когда-то же такие бегали. Гляньте, зверь какой. А? Да. Стерикозавр. Стерикозавр какой-то. Да. А это еще летали, наверное. Гляньте, все так натурально. Придумали. Прикольно, друзья. Гляньте. Вон летают. А эти что, беззубые? А ну. Ага, у них нету зубов. Это как клюв у птиц.
клюви у птиц, гляньте. Так. Птерозаври. Птерозаври. Ох і птерозаври. От. Трицерапторс. Трицерапторси. Гляньте, які є. Друзі, ну, білет, звісно, стоїть по сравнению. Я думав, он не сразу, она мне говорит 300 гривень за двоих. Я думаю, а что так дорого? Но сейчас я понимаю, что это совсем не дорого. Особенно для детворы. Если вот так детвора, тут вообще так классно. Глянь, да? А я вообще, друзья, люблю всякую вот такую вот живность. Мне вообще, я как маленький ребенок, 35-летний. Сашенька. Вообще классно придумали. Мы ехали на вот той канатной дорожке и увидели. А, вон она. Всем нравится. И вообще круто. Всем друзья. Нравится. Вообще круто. Он, правда, небольшой, но тут очень много динозавров. Очень много придумали. Круто. Вот. Орнатомик. Орнатомик какой-то. Гляньте, ух ты, блин! Гляньте, какой он себе лоб набил, друзья. Этот такой, я представляю, рог у него такой бьется. Бился, наверное, да, потому что он беззубый. Он беззубый. Да. Пошли этого большого посмотрим за. Так. Да, друзья, это не козочки. Ух ты, блин, глянь, вот тут тиранозавр, наверное. Друзья, сейчас я вам еще и тиранозавра покажу. Это вообще крутой. О, и меня вот тут, хочу вот тут сфоткаться тоже. Голову сейчас сюда ему засуну. Тут детвора фотографируется, конечно. Сейчас, друзья, потом пойдем по-любому сфоткаемся там. Гляньте, какой крутой. Плохо. Плохо, что нельзя к ним заходить. Гляньте. И всем, большинство с зубами. Которые без зубов, все вот такие большие. Гляньте, еще какой огромный. Ух, а не, у этого зубы есть, но не все. Вообще, гляньте, друзья, вот это кто-то придумал классно. На, зайка, попей. Название, конечно, у них Паразаурулофи. Ох и название. Язык можно поломать. Гляньте. Да, это и даже не корова. А? Видишь, там нужно подходить. Ух ты, сейчас подойдем. Гляньте, какой был. Представьте, такому попасться на глаза. Когда они существовали. Вот это да. Криолофозавр. Криолофозавр. Ну, здесь можно ходить к динозаврам. За подходение и детвора катается, друзья. Ну, сюда мы не будем подходить, не будем детвору отвлекать. Тут детворы куча катаются на динозавриках. А, это сфоткаться. Это фоткаться на динозаврах. Их видвить, доча. Чуешь, зай? А ну, сфоткай меня. Как будто... А, или он шевелится? Он шевелится? За деньги, да? Ладно, ладно, друзья, не будем детвора, пускай фотографируется детвора. А то я уже к ним хочу пойти. Ух ты, блин, а это какой-то... А, это, получается, его напополам показали. Колись давно, 250 мільйонів років тому, землею ходили динозаври. Їх було близько тисячі видів.
та кожен із них був унікальним. Це історія про двох динозаврів. Одного із них звали Хібер. Ой-ой, я извиняюсь, не увидел. Рассказывает. Друзья, я на девочке на ножку немножко наступил. Ну, простите меня, пожалуйста. Рассказывает. Хібер дбав про свого брата та завжди забезпечував його їжею. Але згодом все змінилося. День перетворився. Ну, це він сказку тут почав розказувати. Гляньте, это его сделали типа черепа. Я представляю. А, вот это тиранозавр. Вот тиранозавр. Вот он. Ух ты, блин, гляньте, в яйце. Тиранозавр тоже. Вот, тиранозавр. А так он жил в яйце. Да, круто, друзья. Вот он. Самый главный хищник, наверное, того времени. Сейчас начнет шевелиться. Гляньте. Чего он не шевелится? А? А ну сейчас я датчик, друзья. Не, этот, наверное, не шевелится. Или батарейки сели. У этого, наверное, батарейки сели. А этот вообще с одним зубом, гляньте. Однозубый какой-то. А? Батарейки у этого, наверное, сели. А ну, может, тот. О, тот шевелится немножко. Тиранозавр. Должина 12 метров. Тиранозавр. Вот это да. Ага, вот. За огорожу заходить заборонено. Тиранозавры, вот. Шевелится. Гляньте, какой. Я представляю. А маленькие вот эти... Ручки такие непонятные. Вот это круто, друзья. Вот это вам парк юрского периода. Глянь, зубище. Вот это да. Ну, друзья, мы сейчас пофоткаемся немножко. И уже будем выходить отсюда. Это детвора. Да, здесь может играть там. А ну мы прошлись полчасика, там минут 15 и достаточно посмотрели. Ну, очень круто. Друзья, пришли на озеро. Вот, гуси тут плавают, дикие. Ходят. Вон, гляньте, какой дикий гусь. Ну, короче, у нас сельскохозяйственный канал. Мы не можем без сельского хозяйства. Все равно сюда. Вот уточки тоже сидят какие-то меленькие. А ну-ка. Да, чистится. Сейчас, вот секундочку, я извиняюсь. А где? Ну, это плавают, эти не сильно интересные. Это, как сказать, это обыкновенные, они на каждом ставку плавают. А вот эти вот, конечно, сейчас, секундочку. Ой, что-то не получается у меня. Вот. Вот это необычная какая-то уточка. Вы видите, какая красивая. Ну, друзья. Ой, я извиняюсь, сейчас, секундочку. Ой-ой-ой-ой, сейчас наговорю вам тут. Короче, понравилось. Мне уже время 5 часов. Только жуля-луля, сколько время. Уже надо ехать домой. Потому что пока приедем, пока
ну, туда-сюда уже надо идти управляться, кормить наших животинок. Так что день рождения, не день рождения, а работа у нас всегда, как сказать, никто не отменял. Поэтому будем уже заканчивать. Мне очень понравилось. Катя меня вывезла, хоть за сколько времени. Ну, что сказать? Что, все уже, 35 лет, как одному пацану сказали, все, четвертый десяток, а тут уже осталось сейчас туда-сюда уже и 40. Так что, время бегом летит, друзья. Поэтому надо чаще выезжать, вот так вот, все равно впечатления какие-никакие. Слабо, конечно, но, как сказать, слабо. Для меня это нормально. Ну, а кто-то скажет, да, что-то покатался на горке. Ну, а для меня это, если я ни разу не катался, то это нормально. Так что такие, друзья, дела. Все, всем огромное спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока!